Как в Алтайском крае соблюдают права и свободы граждан? Об этом на мартовской сессии краевого парламента депутатам рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Антон Васильев. Это его первый доклад в статусе омбудсмена. Более 20% обращений жителей края относятся к теме специальной военной операции. Вопросы граждан связаны с материальным обеспечением, своевременным предоставлением отпусков военнослужащим, розыском пропавших и возвращением попавших в плен. За вот эти два года работы нам удалось совместными усилиями Минобороны, уполномоченного федерального Москалькова Татьяна Николаевна, троих ребят вернуть на родину. Конечно, тема такая сама по себе непростая, мы понимаем это время, но тем не менее стараемся находить механизмы как раз и защиты этой категории, конечно, и всячески помогаем им. Чаще всего к уполномоченному обращаются по вопросам выплаты заработной платы, с проблемами по охране здоровья, ЖКХ, вывозу мусора, в социальной сфере с пенсионными вопросами. По словам Антона Васильева, особого внимания требует тема реабилитации людей с инвалидностью. К примеру, незрячие люди хотели бы использовать смартфоны с функциями голосового управления, навигации и геолокации. У глухих такое право появилось, пока, к сожалению, слепых, слабовидящих это не касается. Поэтому будем надеяться, что федеральный центр услышит, внесет в перечень это средство реабилитации, будут они приобретаться для них.